посмотрела видео, где показали конец того видео, где отрезали украинскому солдату половые органы. И вот в этом видео, которое я только что посмотрела, ему выстрелили в голову. И это был кусок, который я не видела раньше перед его лицом. Орки кинули его половой орган, и пока он как бы лежал, задыхался, они выстрелили ему в голову, и из головы хлынула кровь. Ну, такое видео, вы представляете, я вот спрашиваю орков, вот вы представляете, сколько таких видео обнаружится после войны? Женщин, как вы их насилуете. В начале войны я слышала про девочек-подростков, которым вы вырвали все зубы для того, чтобы вы могли наслаждаться оральными ласками. Вот в самых первых, там, не знаю, нескольких неделях войны этих девочек потом привезли в Польшу. Я уверена, что есть видео, где вы вырываете зубы девочкам-подросткам и потом все остальное. Вот то, что вы говорите, Буча, там, пыточные камеры, не мы, Крым вы взяли по желанию, все хотели. Никто ничего не хотел. Вы нахуй никому не нужны. То, что я сейчас посмотрела с половыми органами и выстрелила в голову, это будет после войны все опубликовано. Все ваши преступления. И поверьте, это будет тысячи и тысячи видео, от которых мир будет не то что там требовать гаги для каждого из вас. Я даже не знаю, что они с вами сделают.